Улицу Карла Маркса и Овражный переулок закроют для движения автомобилей в субботу с 15 часов 30 минут. На улице Карла Маркса и в сквере напротив физико-математического лицея с 15 часов будет проходить праздник от объединения «Трикотажка Фест». Горожан приглашают на пешеходную зону отметить приближение Нового года. Организаторы обещали угостить гостей блинами и глинтвейном, детей развлекут аниматоры и артисты, можно будет купить сувениры к Новому году. Около 16 часов ожидается парад Дедов Морозов. Улицу Карла Маркса и Овражный переулок откроют после окончания праздника. Планируется, что он продлится около 3 часов, примерно до 6 вечера.